Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Скайрим. В последней серии мы убили дракона. Очередного, уже третьего по счету. Так что нас уже можно в полной мере назвать убийцей драконов. И в этой серии у нас нет особо работы никакой. У нас есть несколько сюжетных квестов, таких как поговорить с седобородыми. Но я думаю, туда мы пока не отправимся, потому что мне не очень охота продвигаться по основной сюжетной линии. Потому что если мы будем по ней продвигаться, то это все очень быстро кончится. А мне охота познать этот мир просто насколько это возможно. Ну и вам, я думаю, тоже. Кроме того, у нас есть задание вступить в Имперский Легион, либо к Братьям Бури. Это две противоборствующие страны. Это тоже мне пока не особо нужно. Это у нас где-то находится в какого там Вайт. И это задание мы пока выполнить не можем. По крайней мере, я не могу. Так что я решил в этой серии прогуляться куда-нибудь вот сюда, к этому озеру, посмотреть, что здесь находится. Эти камни уже проходили, когда бежали из Хелгена, на который напал дракон. Так что, я думаю, пора отправляться. Кстати говоря, напишите мне, пожалуйста, в комментах, для чего, собственно, нужны, вот, скажем, кости дракона. Где они тут? Разные драконьи кости. Наверняка из них можно что-то делать. Они очень много стоят. Мне их, честно говоря, жалко продавать, поэтому пусть пока лежат. Драконья чешуя тоже наверняка для чего-то, скажем, для создания какой-нибудь брони. Но, тем не менее, так продадим. У меня тут несколько поколений назад. Подожди, ты мне не будешь ничего продавать? Лесорубы. Говори, эльф. Только лучшее оружие и броня. Так, я тебе могу продать легкий шлем, легкие сапоги, кожаную броню, кожаные наручи, шлем, слиток, стальную булаву. И у нас повысился навык красноречия. Круто. У тебя я могу купить, мне у тебя в принципе ничего не нужно. Можно было бы купить стальных стрел, ладно. Но я пока пользуюсь железными, в принципе, вполне неплохо. Говорят, твое присутствие действует на талмарцев, как дурной глаз. Вижу, ты умеешь выбирать себе врагов. Ага, то, что я с ними воевал там наверху, это все-таки сказалось как-то похоже на отношениях с ними. Теперь они мои враги, будем знать. Очень отзывчивый на действия игрока мир, надо отметить. Ну что, лошадка, Элли, поскакали вперед навстречу приключениям. Я думаю, это будет интересно. Там у нас пик где-то. Где-то вон он там. Так что там мы были. Посмотрим, что мы тут найдем. Вполне возможно, что-то интересное. Не тропинка была? Вроде нет. Мне нужна работа. Мне нужна работа. Я просто еду искать себе очередной квест, который можно будет выполнить и стать сильнее. В следующий раз при поднятии уровня я прокачаю одноручное оружие, потому что, честно говоря, мои навыки боя меня пока что довольно сильно удручают. Поэтому надо что-то с этим делать. Так, вот у нас открывается вид на озеро. И там у нас что такое? Там я вижу сундук. Так что лошадка тусуйка тут, пока мы пойдем пешком. Вполне возможно, что тут можно чем-то поживиться. И вроде как... Нет, там кто-то сидит. Ты не бандит? Просто рыбачишь, похоже, да? Вот твоя удочка. Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Молодец. Кому от этого плохо? Ярл же не может съесть всех оленей в округе. Что у тебя есть на продажу, наверное, жатва всякая? Погляди. Рыбки бы я купил. Я сейчас голоден, пока у меня там еда готовится. Крольчатина, в принципе, тоже можно. Я могу ее на твоем костре зажарить? Нет? Ладно. Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах.
Так, ну что, нам двинуться туда? Или нам лучше поскакать через Хелган дальше? Не хочу мочить ноги. К тому же там нас ждет лошадка, наша верная Элли. 7-летняя, уже довольно-таки старая, но крепенькая. Не очень быстрая, но какая и есть. Хорошо. Куда идет эта дорога? Ага. Оттуда сверху мы тихо. Я надеюсь, ты не очень сложный. Морозный паук. Ох, ненавижу пауков. Какая пакость, обалдеть. Ох, яд обморожения. Нет, я, пожалуй, не буду с тебя ничего брать, ты такой противный. Давай, Эли, молодец, ты мне помогаешь. Лягаешь их только так. Поскачем мы, пожалуй, сюда. Кстати говоря, я слышал, что выпустили специальный патч. Не патч, а вернее мод пользователей. Он вырезает из игры всех пауков. Потому что, оказывается, очень многие просто натурально их боятся. Это глупость, по-моему, конечно. Тихо. Я тебя предупреждаю. Уходи. Пожалуй, нет. Я тебя предупреждаю. Уходи. Блин, да бери ты. Твою мать, что такое? Я как-то не приспособлюсь пока к этим быстрым кнопкам. Так, вот мой орочий кинжал. Хорошо, теперь надо поставить его на... Нет, он у нас будет на двойке. Это будет... Хорошо. Не шагу больше. А то что? Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться. Вот с вами-то драться одно удовольствие. Да, это вообще никакущий. Молодец, Элли. Очень ты стойкая лошадка. Что бы я без тебя делал? Возьмем вина. Золото, отмычки. Красота. Что у вас тут есть? О, рыбешка. Это круто. Так, тут денежки, да? Да, 20 монет. Отлично. Кстати говоря, вот эти вот казаны можно надевать на головы NPC-ам. И тогда они не видят. Вы можете воровать у них все что угодно. Я видел это. Да, по-моему, все видели этот ролик, он уже бородатый стал. Там столько просмотров, что, по-моему, уже все, кто играет с Каримом, его посмотрели. Если нет, то введите тупо в поиске, как воровать в Скайриме. И, я думаю, у вас не один десяток роликов на эту тему вылезет. Тихо. Что-то ты какой-то мутный парень. Засады нет. Добрый день. Ты что тут стоишь? А, ты же бард, по-моему, да? Привет тебе, путник. Странствующий менестрель и великовозрастный пострел к твоим услугам. А ты можешь меня научить так красиво говорить? После той истории с одним бродягой и дочерью важного Тана, скажем так, лучше не надо. Боюсь, что нет. Но если ты всерьез желаешь отточить язык, обратись в коллегию бардов в Солитюде. Хорошо, не хочешь, как хочешь. Славного денька. Ладно, ты не опасен, мы с тобой уже встречались около Вайтрана. Ты нам спел песенку. Хороший мужик. Хороший.
Так, блин, ой, не ту кнопку нажал. Все, поскакали дальше. Какие живописные места, да? Тихо, волки на дороге. Что ж, всем слава богу, а? Так, пониже. Да что ж, блин, это я так стреляю или как? Хорошо, ладно, поехали дальше. Опасность устранена. Это где мы уже по карте находимся примерно? Ух ты, тут еще ни разу не был. А это птичка, я уже птичек боюсь. Зашугали меня, зашугали. На идиллия. Лисичка бегает. Красота. Не природа, а натуральная сказка. Тихо. Кто это у нас там конный такой? Добрый день. Кстати, заметили, что в Обливионе, скажем, можно было... Тихо. В Обливионе можно было на лошади ездить с видом от первого лица, а здесь это почему-то убрали. Лошадь, ты куда? Лошадка. Опа-па. Лошадь боится скелетов? Хорошо. Все, лошадка. Подожди, что творится? Что там происходит? С кем ты воюешь? Ледяной маг ученик. Да, блин. Как-то ж я научусь стрелять, а? По-моему, я в лошадь попал. Эй, эй, лошадь. Да, лошадь обиделась на то, что я в нее попал. Какого хрена ты меня атакуешь, овца? Так, все, ей вроде хватило. Че это было вообще? Во что я ввязался? Ты куда поплыла? Ты у нас рыбачка, насколько я помню. Это, по-моему, странно. Торакс светлячка. Пакость какая. Это мы продадим. Стрела. Девушка, извини, а то я лошадь порубал. Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Погляди. Нет, не надо мне. Моя лошадь, значит, боится... Нежить. Будем знать, если лошадь бежит, значит, где-то рядом. Нежить. А вы кто такие? Вы, похоже, стража. Лошадка. Не обижайся на меня. И тут у нас какие-то непонятные магические камни, похоже. Это нам обязательно надо изучить, возможно, это... Смотри-ка, мы куда-то пришли? Тихо, это что за свет такие? Это не магические камни, это камни, к которым привязывают лошадь.
Слушайте, а мне это нравится. Сейчас мы сюда обязательно сходим. Это круто. Собственно, за этим я сюда и шел примерно. Что у нас здесь? Вообще какое-то место, судя по всему, недоброе. То, что тут нежить рядом водилась, это тоже не внушает особого доверия. Древний нордский меч, он мне не нужен. Зелье лечения пригодится. Камень душ возьмем. И сапоги. Сапоги тоже как-то так. Понятно. Какой странный камень, да? Хорошо. Пора, похоже, нам проведать, что же тут такое находится. Здесь все довольно-таки просто. Не сказать, что совсем просто, но гораздо проще, чем там, на севере, куда я забрался. Там мне явно были не рады. И что-то вот это вот... мне не особо нравится. Как-то это все не внушает доверия. Тут, похоже, нежить обитается. Будем надеяться, у нас с ней все срастется. И не будет такого, что опять за один брак может меня убить там с пары-тройки плюшек. Потому что это было, честно говоря, скучно. Грузись быстрее. Тихо прячемся. Блин, какая красивая пещера, да? Мне бы лук взять или не надо? Тихо, спокойно. Опа, ну ты откуда тут? Вампир! Ой, ой! Вампир, охренеть! И, кстати, сильный вампир, опять же. Иди сюда, дорогуша. Бандит? Чё вообще творится? Кто там за дверью? Вампиров надо убивать. Да стой ты, какая-то суматошная. Иди сюда. Знаем мы, ваш хватит, от вас отвернешься, потом получишь в спину. Особенно от вампира. Вампирам доверять нельзя. Пленных не берем, извини. Не тем типом персонажа играем. А вот если бы она со мной дралась, то вполне возможно, что она меня и убила бы. Так, прах вампира. Это нам пригодится. Куда я попал вообще? Что это за место? Сыромятные наручи. Какие-то сектанты, да? Хорошо, не будем ее трогать. Так, ну давайте попробуем. Это было просто. Ух ты, они тут харчевали, причем вполне неплохо, надо сказать. Корчили людей только так, только шум стоял. Сколько останков. Это надо прекращать. Здесь, похоже, убитый вампир. Уровень гранат, хорошо. Чувствую себя таким Tomb Raider'ом. Ладно, посидели, хватит. Ой-ой-ой-ой. Да что ж у меня все время.
блин, надо привыкать. Все время не то оружие, которое я хочу, влезает. Железная дверь. Так, сейчас, по-моему, вот из этих вот полостей полезет нежить. Судя по предыдущему моему опыту. Где-то я слышу скелета. Еще где-то есть, да? Или нет? Здесь всякого рода нежить обитается, короче говоря. Вампиры, скелеты. Полный набор. Осталось только зомби увидеть. Вот какая секира. Что-то мне не внушает это все доверие. Еще пауков не хватало. А так-то красиво. Так, еще скелет. Да, это значит не я плохо стрелял, а просто у меня навыка пока не хватало. Поэтому я там не попадал. Здесь даже стрелы сами наводятся, хотя я видел, что промахнусь, но в итоге... Ты посмотри... В итоге стрела полетела туда, куда я хотел. Это что такое там за скотобойня внизу? Это я удачно зашел, тут наверняка будет чем поживиться. Опа-па. Не хотел бы я там оказаться в этот момент. Понятно, это какая-то ловушка, значит. Ладно. Идем дальше. Вроде как все хорошо. Где-то слышу скелета. Где-то надо мной, похоже. Скрипит костями. Где-то он там. Но попасть я в него не могу. Так, нордские стрелы. Нордский лук мне не нужен. Что у нас здесь? Вампиры, значит, говорить. А вот их гробы, да? И все гробы пустые, значит, они где-то тут гуляют. Да, пустые. Вроде никого. Или подожди. Так, уже не зря зашел. Ух ты. О, не зря зашел. Сколько всяких сокровищ наш. Тихо. Кровище-то накапало. Чё-то мне тут не нравится. Порченная книга. Череп тролля. Вот тролль мне тоже, кстати говоря, доставил проблем. Все, кинь, положи на место.
Здесь, похоже, обувь всех тех, кого они схарчили. Потому что все в кровище. Ладно. Потихоньку, помаленьку. Что-то я часто стал сохраняться через каждую минуту. Но это хорошо. Это означает, что нас в будущем не откинет куда-нибудь в непонятное место. И не будет так... так обидно. Понял. Я слышу где-то прям совсем близко скелетов. Скорее всего, они вот за этим углом. Откуда ты взялся? Как я тебя не заметил? О, наконец-то новый уровень. Сейчас мы прокачаем одноручный. Потому что что-то я дерусь совсем плохонько. Нужно здоровье. Нужно здоровье. А теперь... одноручное оружие. Да блин, выбирайся ты, елки-палки. Так, хорошо. Так, что такое двойной вихрь? Атаки с двух рук на 20% быстрее. Я не думаю, мне, честно говоря, не особо нравится воевать двумя руками. Топором. Такими мечами. Ну, пока что вот это будем качать. Это очень сильно прибавляет урон от оружия. На 40% сразу практически в половину больше. Потом уже будем смотреть. Рукоятки, я так понимаю, открывают двери. Сначала мне нужно убить вот его. Теперь мы... Ну ни хрена себе. Ну ни хрена себе. Тогда это, я так понимаю, тут. Нет, вот это как раз ничего не открыло. Что у нас здесь? Здесь у нас обитается какой-то... Нет, не скелет, а просто вампир. Здесь у нас то же самое. Здесь тоже вампир какой-то продуманный жил. Кожаный шлем. Уф, нечисть. Ничего хорошего-то особо там и не было. Ух ты. Понятно, что сделал третий рычаг. Он открыл эту дверь. И все. Похоже, что все. Ты посмотри, да как у него. Тесак. Супер. Железные сапоги, тяжелая броня. Стоит мало, мне не нужно. А, но мы уже, в принципе, вполне неплохо тут так отоварились. Понятно. Да блин. Иди отсюда, не мешайся. Да, бляха-муха. Так. Кто у нас открывает это?
По-моему, я знаю, что она открывает. Нет? Ну-ка, может, она просто открывается? Нет. Хорошо, будем пытаться. Сейчас посмотрим. Да. Супер. Очень так удачно мы сюда зашли, неплохо прибарахлились. Кроме того, это интересное приключение само по себе. Какие-то древние руны на стенах. В очко ему засадил. Я, похоже, знаю, куда мы идем. Какой-то щит. Понятно. Золотой. Золотой. Так, дорога у нас только вперед. Ой-ой-ой-ой, бежим. Вовремя я щелка не услышал. Так, ну-ка, с такого расстояния попаду. Да. В очередной раз подтверждает, что зависит от уровня врага, упадешь ты в него или нет, а не только от твоей меткости. Сколько я пытался с меньшего расстояния попасть в тех охранников, у этого какая-нибудь там называется, как называется это... Тут, короче говоря... Так и ни в кого не мог попасть, и снимало с них просто смешно. По чуть-чуть. Да, я оказался именно там, где хотел. И мы каким-то образом двигаемся вперед. Навык стрельбы повысился, это всегда хорошо. Отлично. Такие моменты игра мне напоминает Demon's Souls. Если кто играл на PlayStation 3, не сложности, конечно, тут все намного легче, а именно атмосферы такой заброшенности. Ага, тут пометка есть, да? Понятно. Как-то активировать их не получится, только наступив. Что-то вампиров не так много было. То есть один живой, один мертвый, там кусок пепла лежал. Я ж думал, будет пострашней. Твою мать. Да бляха, доставай ты кинжал. Трэл вампиров. Кстати говоря, мне что-то говорили, что от них тут можно как-то заразиться. Это меня не радует. Скотина. Чё-то он тут сидел. Трэл, это, видимо, какой-то главный вампир. Понятно, интересно, они света дневного боятся? То есть, если я заражусь, мне только ночью придется гулять. И, по-моему, говорили, что вампиров сразу все атакуют. То есть, надо от этого лечиться. Потому что это напрочь убивает все социальные составляющие игры. Мне кажется? Да, мне кажется. Хорошо. Ой, не зря сюда зашли, ой, не зря. Тут
похоже, никого нет. Понятно. Блин, согласитесь, да, какая крутая в игре проработка вообще всего. Ну, кроме анимации. Анимация тут могла бы быть получше, а в остальном, ну, просто офигеть же, по-моему. Казалось бы, банальное подземелье, в которое зашел, а сколько всяких мелких деталей, типа кровищи, там, куча сапог тех людей, которых они сожрали. Вот эти вот ловушки, это все вручную же, это сколько труда вложено в игру, это обалдеть. И это очень-очень круто. Так, он оттуда снизу мы начинали. Сейчас мы, похоже, уже выходим. Эта серия, я думаю, затянется, потому что уже сколько времени-то прошло. Но довести надо до конца в это. Не буду же я прерывать на середине. Народ просто скажет. Как ты мог, скажет. Ну как ты мог? Поэтому мы выберемся. Выберемся в этой серии. Сколько бы времени это ни заняло. Будет долго серия, ладно. Я это переживу. Придется кодировать, конечно, и потом полгода выкладывать на YouTube. Но я думаю, оно того стоит. Так, тут еще какой-то сожженное тело. Вы что тут творили вообще? Соберем с него денежку. Так, ну да, ну ничего нету. Я уже знаю местные приколы. Вроде ничего. Но ни хрена же себе. Супер. Ну что может быть лучше? Так. Давайте надо включить музыку из Mission Impossible. Тон-тон-тон-тон. О, бежим. Блин, все-таки обжегся. Ту-ту-ту. Ладно. Не будем тупить. Добрый день. Мастер-вампир. Это была стрела тебе в лоб. Ох, вашу мать! Быстро сюда. Так, мне нужно, во-первых... Иди в огонь. Мне хана. Охренеть. Да я уже верю. Братюня, отстань от меня. Ох. Он меня просто уничтожил. Понятно, будем знать, надо как-то с ним. А что я вообще с ним могу сделать? Он гораздо сильнее меня. Я думаю, мы что-нибудь придумаем. Бляха. Так, сохраняемся. И резко думаем, что же можно сделать. Блин, даже не знаю, он стоит лицом прямо ко мне. Блин, что с тобой делать? Оп. Да вставай. Ты еще будешь валять, у нас нет. Ладно, я верю. Верю. Ох ты, твою мать, ты... Ты не охренел, да? Падай. Я им вообще ничего не сношу. Это...
Да, мне хана, по-любому. Да уж. Слишком уж гладко все шло, и я уж подумал, что возможно. Короче говоря, не А, совсем не А. Я думаю, сейчас у нас уже как раз-таки теперь прекрасный момент завершить эту серию. Что с ним делать и делать ли с ним, или поставить его пока, мы придумаем в следующий. Такие дела. Я не ожидал нарваться на такого сильного противника. В общем, все. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Will you be ready?